сошел. Че, как настроите? Давай, так волнуйся. Ты не волнуйся, тебя вон Артем поддерживает, приехал. Да. Соберись, тряпка. Я не тряпка. 40-то ты должен точно вырвать, а там дальше посмотрим. Да. Блин, да. Лоханулся, наверное, надо было все-таки попросить 55-ю категорию, чтобы записали. Что, зарубаться с ним, что ли? Да нет, просто чтобы это... Да нет, Артем, надо расти уже, не надо. Надо жрать побольше еще дома сидеть. Я стараюсь. Гречку, мясо, гречку, мясо. Сегодня гречку поел с мясом. Молодец. С собой надо было еще взять. А мы взяли сегодня, там бананы взяли, и поедем, если так сейчас перекусим. Давайте. Дорожный. Ты что там, в полуприсе тоже начал рвать что-то? Да я что-то, я не знаю, не привычка. Сейчас, чтоб все отрывал. Сейчас, чтоб все отрывал. Сколько? 4. 44. Ну, она легкая. Ну, тебя вообще... Накинь на плечи ему кофту. Давай, 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 настраивайся. Повыше, повыше вытаскивай, позлее, повыше. Давай, Артем, разминай трапецию и хлобысни ему потом. Все, давай, шлепка. Погнали, давай. Учись его водить, быстро друг другу помогать себе. Приехали. Я в роли полной сейчас выступаю. Да, прям. Сидеть! Подъем удачный. 45 килограммов. 8? Не, молодец. Там и Руся все подсказывает. Да. То есть, как бы мы нормально контролируем ситуацию. Артем сейчас тебя разомнет хорошенько. И все у тебя получится. Держать! Молодец. Молодец, Иван. Ваня, красавчик. Колька. Видишь, как задумал, так оно все у тебя и получилось. Главное собраться. Ну, конечно, и на 50 готов, и на 50 готов. Но уже хорошо. В прошлый раз ты сколько порвал на тарелку? А я недавно были. На килограмм, не знаю, 35, наверное. Артем, ты доволен, Ваня? Да. Он будет. Ваня будет. Красавчик. Все, иди пока, отдохни маленько. Что мы тут уже подходим практически к толчку. Ой, легко как. Будем точно 55 начинать. Ваня, 55. Хорош. Болон, чё, жать. 60. Подъем удачный. 60. Таня, на мир, не бери. Давай. 60 за дорожным. Маслярина. Офигел так легко поднимать. А? Нормально, накинь. Ну помоги ему. Вы ж друганы. Должны помогать друг другу. Не, хорошо летит сегодня, прям изично летит. Надо прям на 60 с чем-то настраивать. Вторая попытка только 60. Что? Вторая попытка 60. Ну я уже 103. Ты что? Ты что, третий? Что, ты? Взрослый? Наверное, я не знаю, где это на ваших разрядах. Я... Давай, все. Настраивайся. Новосибирск, спортивный клуб «Голливуд». Первая попытка. Отлично. Ножки разминаем получше. Ты давай бодрись.
что-то там погибаешь на вставании, чтобы вскакивал с ней и вкладывался в толчки. Да не смотри, не знаю, нам не вообще пофиг, что ты подумаешь. Ты свои подумаешь. Подъем дальше. Задорожный. Давай, колобочек. Понял, спину. Второе будет отстрелиться. Задорожный Иван. Новосибирск. Команда. Здесь. Вторая попытка. Категория до 55 килограммов. Айо! Пяток! Молодец. Вот, так, вот у тебя, видишь, дебют 60 толкнул. Ты рад? Да. Молодцы. Подъем неудачный. Сейчас еще 64 толкнешь и будешь вообще красавчик. Все 6 подходов. Ваня, повыше. Даем! Держать! Ну ты чё? Артём, ну сядь, ты не сел даже сейчас. Нет. Три начнем. Не, 53 нормально. Нет, что, вес не готов. Да? Давай, давай, высоко тяни. Держи! Давай, давай, на легкой. Держи, держи. Давай, давай, давай. Подъем удачный. Дильман 57. 55 килограммов. Ну что, Артём закончил, теперь у нас Виталий. Давай, Виталий, повыше вытягивай её. Угу. Держи! Подъём удачный. 70. Держать, держать! Подъем удачный, успешно, ну, легко справляется же с весом. Далее, поздравляем. Нормально, новый молодец. Все, мы потихоньку начали толчок. Давай, Тёма. Не, 60 будем начать. Давай, 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 давай. Погнали, погнали. Подъем удачный. Молодец, Артём. Сейчас 65 бахнем. Будешь еще лучше. Молодцом. А если 70 с чем-то, то это третий юношеский. Посмотрим, как он его тащит. Вставай! Ну, хорошо. Держать, держать! Держи!
быстрее все надо делать. Италия вовсю разминается. Ребята сегодня, на удивление, очень сильно волнуются, и попытки уходят никуда. Италия, ножницы еще побольше делай. Че такие короткие? Высоко так не вытолкнется. А это что за исполнение тут? Меньше не будем начинать? Повыше тяни. Варка там план готовится. На толчке не мельтеши. Встаем, встаем! Держать! Подъем удачный. К этому же весу приглашается Бархатов Иван. Вот оно, лютое волнение, когда тебя трясет на подрыве прям. Он готов этот вес поднимать гораздо легче. О! Подъем неудачный. Повторяем. Даю! Нормально. Подъем неудачный. Ничего страшного. Видимо, вы просто пахались здесь за эти дни. За вчера и сегодня. Скорее всего, ты сегодня на ногах везде? Да. Надо после обеда ложиться уже было. И вчера. Нет, вчера ладно, вчера еще сегодня надо было. До полвторого тут все делали. Со вторым тебе хотя бы. А? Со вторым тебе хотя бы. Каким вторым? Ты второй взял. А, тут что? Второй. Не первый. Да ладно, нормально. Хотя бы второй. Не всегда получается. Ну, реально, видимо, на ногах перетался, потому что что-то прям и ноги не... Ну, хотя ноги уже снимать, спина чуть не держит. Сегодня просто, как я называю, не день Бекхэма. Что, первый день подошел к концу, мы потихоньку собираемся домой. Диман уже скоро начнет выписывать грамоты и пойдет отдыхать, надеюсь. Нет, я пойду дальше доделывать это. Чего доделывать? Подготавливать протокол. Еще часа полтора-два посижу. Ты недовольна, да? Нет. Макс, ты доволен? Я очень доволен, как слон просто. Тебя впечатлил тот подход, да, паренька? Он прям очень офигенно шунговал все. Это да. Демон просто, да. Я скажу, демон. Я снимала. Вот даже такого малышни, это увидеть, это, я не знаю, раз на миллион. То есть подготовка такая. А он откуда, с маслями? Я недовольна собой, своим. Девочки у нас недовольны. Короче, я доволен, день прошел на ура, я устал как собака, надо ехать срочно домой. Дима, ну что, у тебя силы остались на сегодняшний день? Я сегодня все утро стою и смотрю на свои ноги. Думаю, что, как я буду-то поднимать, вставать?